Больше 1000 донецких медиков поздравили с профессиональным праздником. Накануне Дня работника медицины эскулапов приветствовали в Театре оперы и балета. Народный депутат Украины Татьяна Бахтеева вручила виновникам торжества дипломы, грамоты и ценные подарки. На празднике побывали врачи, заведующие больницами города, медсестры и санитары. Гостям подарили тонометры и фонендоскопы. Около 30 человек получили письма благодарности от президента и Верховной Рады, а также памятные сувениры. А по окончании награждения донецких медиков ждал концерт с участием местных артистов. Народная избранница считает, подобные мероприятия придают уверенность в завтрашнем дне. Сейчас у меня уже была встреча в ДОКТМО, где работает почти 3000 медицинских работников. Для меня очень дорого сказать им слова поздравления, искренние слова благодарности за их труд. И, конечно же, что мы именно в этот день чувствуем себя одной большой медицинской семьей. Конечно, больше же привыкли к трудовым будням. Это субботы, воскресенье, праздничные дни. И только вот сегодня, когда мы все собрались, послушали о тех наших достижениях, которые есть, понимаешь, что да, праздник наступил.